Здравствуйте, у меня еще один вопрос. Скажите, а почему вы решили посвятить свою жизнь журналистике? Ой! Таня, ты что, аккуратнее? Может, мне в Москву поехать? Эту обаятельную актрису знает, наверное, каждый, ведь ее милые веснушки и простодушие сразу западают в сердце. Внешность актрисы, безусловно, стала ее козырем, ведь природную нежность, открытость и простоту в кино ценит. Подписывайтесь на наш канал, и мы расскажем о жизни Екатерины Капановой. Катя выросла в Крыму, где работали ее родители, которые были танцорами ансамбля «Песни и пляски Черноморского флота». Катя тоже с раннего детства хотела танцевать, но не подошла по балетным параметрам. Но она не стала расстраиваться и пошла учиться в класс с театральным уклоном. Екатерина снялась в сериалах «Крем», «Гадкий утенок», «В ожидании чуда», «Собр», «Склифосовский», «Кровавая барыня» и во многих других картинах. Многие даже не догадываются, что яркая и солнечная актриса Катя Капанова уже стала мамой 4 раза. Личная жизнь актрисы сложилась очень удачно. С самого детства Катя мечтала о большой семье, детях и единственном муже. Все так и сложилось. Свою любовь она встретила на съемочной площадке фильма «Мины в фарватере». Ее будущий муж Павел Палкин на тот момент проходил срочную службу на флоте и участвовал в массовке. Павел работает юристом и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и телевидению. Вскоре молодые люди поженились и обвенчались. За 10 лет совместной жизни у Екатерины и Павла родилось 4 детей – Елизавета, Злата, Федор и Дарья. Екатерина дорожит семейными ценностями и не выкладывает личную жизнь на всеобщее обозрение. Также актриса не прибегает к услугам няни, старается сама вместе с мужем справляться с детьми, а в случае необходимости помогают бабушки и дедушки. Актриса утверждает, что рожала детей для себя и не намерена перекладывать их на других и лишать себя материнского счастья. В перерывах между работой Катя очень любит путешествовать со своей большой семьей. Об этом она очень часто делится на своей страничке в социальных сетях. Дети актрисы удивительно похожи на Катю. Вам тоже так показалось? Пишите в комментариях, обсудим.